и шла на Руси жизнь безбедная. Хорошела страна, да красивела, и всего было вдоволь у русичей. Даже думали, как не зажраться бы. Ну, не все так, конечно же, думали, а процента 2-3 населения. И за что не брались, дело спорилось. Олимпийские игры устроили. Заказали во Франции лодочки, повели трубопровод до Турции. Депортье прописали в Мордовии. И смотрели по телеку вечером, как нас хвалит Ирада Зейналова. В общем, стала Россия великою. Даже с края чуть-чуть увеличилась. Хорошо стало жить люду русскому. Хорошо, хорошо, да не слишком ли? Так с победами свыклися русичи. Так хвалила Ирада Зейналова, что походу чернявая сглазила.